Подсказывает мой состав, нахуй, долбоёб. Тандем, месот. Да нахуй нужен? Нужен тандем. На кой хуй? Потом свапнешь, возьми сначала тандем. Трофим медик, десостакон, десоскатон. Короче, как тебя зовут? Скажи имя, нахуй мне вот эти вот ваши нити. Так, Дима. Ой, пиздец. А еще один, блин. А еще. Понял. Шо, кого? Не понял. Этого. Стрелка. Не, американцы. Мы сейчас за русских. Если чё. Ой, блядь. Стрелка. Берите стрелка. Трофим, где ты, блядь? Так там же писали, что один... А, сейчас написал лайв. Вот, да, он писал до этого, что этот. Что он один сказал... рестарт будет. Ну, вот, был рестарт только что. А... Во. Бонусы посыпались. Смотрите на карту. Посыпались. Свернитесь на карту, слышите? Да. Блять, чё он пиздит? Кто? Долбоёб на Донбассе, блять, нахуй он пиздит. Смотрите, мы останавливаемся вот тут. Сначала чекаем. Смотрите, вот если что-то будет ехать, Месат, надо будет выходить. Но мы сначала прочекаем, потому что у них мраб может вот сюда приехать. Угу. Первее он. Потом мы проезжаем чуть дальше, вот тут останавливаюсь, ты выходишь. Вот тут. Мы бросаем там. Мы бросаем тут мраб. Мы бросаем тут. Ты, короче, ждешь дорогу, понял, под мрапом? Да, я понял, да. Что если кто-то приедет. Трофим. Я его. Идет со мной. Да со скотон остаешься вот тут возле этого. Возле Месата. Хотя у него там мрап. Короче. Со мной пойдешь. Трофим и Дима со мной. А по плану, когда этот, что-то там увидим, выходить из игры? Нет, просто что если начнут стрелять, надо выйти, чтобы хотя бы, ну. Взорвались не все. Отряд не заменит еще потери бойца. Кто умер, уже не свои. Хлопцы для вас. А кто не умер, добить. Бля, кстати, ну, он так прикольно обкалаж держит под собой. Чисто если на курок нажать, то застрелился нахуй. Блять, мог бы я протестил бы. Блять, поэтому он на предохранении. Ну так непривычно, последние, блять, эти КВшки играл без тебя. Ой, такая дружба. Пес, подавись мою митку, мы там зупиняемся спочатку, чекаем, а потом проезжаем далі. Добре. Ну, блядь, на Lower CC. Lower CC. Ну, они поедут да. По-любому по этой дороге, какая-то сопля. Заедут сюда, откинут фобу хаб, или вот здесь вот фобу хаб. Либо вот мы здесь. Можем мы можем с вами потом туда пройти. Через жопу. Ну, конечно, да. Оставим. О, через жопу я люблю. Мраб, пес сказал вот тут оставлять, типа, чтоб его понял, если выбьют, то выбьют, типа, что он тут трупом останется, что они, типа, не проедут тут. Там, мне кажется, лучше засейвить, его вот сюда загнать. Да, тебя тоже. Лучше засейвим. Не, ну, типа, да, проебывать нахуй технику не особо хочется. Все странно, что у нас тигр, а не гольфкар. Ух ты! Да ладно. Гольфкар, ебать ты, да. Ну я бы на китайском дырчике бы погонял, конечно, трохи бы понарезал. А потом бы полетел с криками хохлы. Хохлы!
А, ну, кстати, мы уже тайминг въебали, как-никак. Ну, пес нам сказал последними выезжать, я что, виноват, блять? Может, ну, значит, примем. Ладно. Так, пальчик кто на пушке. Кто на пушке? Кто на пулемете? Димон. Все, понял. Смотри сейчас, когда мы будем подъезжать на дорогу перед нами, вот когда выедем. Да, не втыкани, главное. На альфу. Да, потому что там может нас ждать, типа, сидеть уже. Уже смотри. Смотри. Никого, да? Перед нами. Выходи, Месат. Выходи, Месат. Езжай, 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 езжай. Где мы спрячем? Да хоть здесь. Да со скотон. Опа. Вон, стреляет перед нами. С триггера. У нас минус уже. Трофим, выйди! Блять, ты скажешь, что хочешь выходить? Скажешь, что только Месата выходит. Вот, алкаши вот здесь. На ловер DC уже пехота вооружу. Главное только не перейти его. Блять, попробую выше подняться. Я чуть отъеду на мрапе. Так, вон алкаши и там бегают, вот сопля поехала, да, хаба у них вот здесь находится. Сопля только что поехала обратно на мейн. Пест, мы думаем, что хаба в них на вертолете. Там десь сопля в ту сторону поехала. Уехала оттуда. Уехала звид. Добре. Ралик здесь? Нам надо где-то откидывать хабу, ой, ралик, я не вот знаю, они пест соплю говорил, парканули. Откидывать тут. Направо. Пошли. Пошли, я не знаю, где мы ралик откинем, давай откидывай где-то тут. Я сразу к мрапу пополняю, сидите вперед. Проходите нам под lower DC, по левую сторону. Переходите дорогу в сторону левой стороны, осторожно. Мрап у меня едет подо мной. Давай. Не вижу его. Он в вашу сторону поехал. Слева от нас. Блять, Месат. Не вижу, дядь, не вижу. Месат, мрап это то, что ты должен был выбить. Он выбивает наш мрап. Ну я выбил, блять, его, он словил трубу. Вин с тандемом. Горит, они съебались. Вин горит, вони вышли звідти. Ну, где ты не попал. На горе сверху иди, здесь. Ага, все. Иди пополняйся, бро. Да, мрап минус. На горі вийшли вони там. Двоє. Один коцаний. Месат, давай поставимо ралік тут. Давай. Я просто, ти далеко ушел, ти должен був его раніше убивати. Я слышал, что он этот дебил, блядь, стрельнул там. А, спереди под этим. Вон там есть проход, перед ним типа бегают. Ще 2 секунди. Ладно, похуй, ждем. Вообще не понятно. Другі, подивіться ту гору, де каски. Видишь, что ми очікаємо ралика. Он не виходил, это лежит. Видишь, я поставил метку сопли. Угу. Кинь туда, альфа. Я сейчас залезу на гору, въебу ее. У нас контакт. А, на соплю дать? Да. 400. Под стенкой там... А с триггера по мне стреляют уже. Он меня шотнул.
Миса, подойди, ролик кину. Мисат, мы через тебя сможем пройти вот туда, понял, в компаунд перед нами? По на идее, вот по горе. Мы сможем спокойно туда пройти, там как не. Да, на Ахтарс, мне кажется, надо их обходить, они уже тут будут нас ждать. Да, они уже по ролику, куда со стакон, Дима. Пятый, подойди туда, до поста. Так нам быстрее на Ахтарс забежать. Короче, просто бежим через гору, потому что вот этот компаунд, которого мы умерли, там рекатка сейчас стоит. Там типочек уже стоят, и а, они через забор. А, у меня уже какой-то пидор тут стреляет, подожди. Это я, может быть. Не-не-не-не-не. МК. Все, короче. Нам надо на Central DC, пацаны. На Central? Да. Идемте. У нас там медик справа мертвый лежит. Все, Мисат, иди с нами, наверное. Я или сейчас, как, или что думаешь? Подожди. Я сейчас ебу еще одну технику и приду к вам. Понял, давай. Вот здесь вот на Браво алкаш бегает. На крыше сидит. Блядь, да я же могу его и выкурить. Нам вот сюда надо, пацаны, проходить. Ой, сюда. Я его выбил. Хорош. Я жду вас, подходите. Так, сопля съебалась с метки, слышишь? Понял. КД. Да, графика в разы лучше стала. Охуенно просто. Так. Мы закрепились в районе. Только гуськом не ходим, пацаны. Просто идем в ту сторону, гуськом не идите. Вон. Перед нами типы. Просто перед нами. Вон бегает, видите, в проходе? Да, плюс. Выбил одного. Осторожно проходим. Еще был там. Я прям через справа захожу. По центру. Еще идет. Убил. Пацаны, у меня за забором. Ага, понял, все, жди. Проход центр. На нас пехота. Я уже прошел на центр DC. Фобу нашли где-то. Посмотрите метку. А, в ебенях. Трофим, все, а? Надо осторожно. И шли вот, они идут вот с этой стороны. Тихо. Я тоже, блядь, что-то слышал. Я здесь прям, блядь, в уголок нахуй засел. И сейчас высматриваю. Или кто-то наш пробежал, блядь, передо мной. У меня ходит, Дима сзади где-то, вот с этой стороны. Не разменяю. Поднимай. Не разменялись? Не разменялись. Кто он вытек? Он колет медика, нет? У меня вот тут тип. Вдалеке вижу. Хаешки. А где фобу нашли? Справа, не наш сектор. Так, а что справа прям там пробегали уже? Там где сейчас Дима, скорее всего, находятся они. Пят, скажи своей пехоте, чтоб тут... Все, ладно, ничего.
Где мы дам копа возможности? Блять, по мне с этого стригера стреляют. Стригера? Да. Что, Мистат? Фобы там я не нашел. Снял. И хабы тоже. Все понял. А по двойках там Мистат, там нема ничего. И что, Дим, с этого компаунда, в которого тебя нокнули, да? С него стреляли. Я одного снял, стреляю. Угу. А да, у меня могут быть. С хабой? С какой? Не знаю. На Upper DC. У нас хаба блоки, вы бачите? На мне ходит, прям на мне. Проходит вот сюда. Трофим, сейчас убьешь. Вот тут у тебя проходит просто. Блять, ну что они делают? Меня опять с первой вырубили, блять. На мне. Похуй. Мисат, пошли откинем где-то ралик, переставлю. Можем вот здесь ставить спокойно, я думаю. Давай. На мне бегают. Греет хаешку. Где? Где можем откинуть Мисат? Вот здесь вот можем спокойно. Давай. Их надо обходить, они долбоебы. Можно обойти. Пошли попробуем. Давай тогда в этом компаунде поставим. Ну, по этому сектору просто вообще никого не должно быть. Абсолютно. Можешь кидать тут. Пошли обойдем их, просто в жопу сейчас выебим. Я думаю, что мне уже гивап, да? Гивапайся, конечно. Мисат, осторожно, перед нами должен быть где-то. Краску поставили. Убил? Да. А, тут это еще что? Один, блядь. Ну, сейчас ролик спалит. Добрели, у нас в двери, блядь. Двое. Плюс. По ралику не вставать. Хабу? М? Ралик со хабу. Сука, блять. Какого хуя? Он до сих пор тут стоит. У них снизу под компаундом где-то ралик стоит. Да, нам надо как-то пройти вот сюда. Ну тогда так через гору пройдите просто. Ну, один скоп возьмите там... или... Нет, мы можем просто по прямой через гору похуярить. Да. Да, через дальнюю просто хуярить. По прямой через гору я ж проходил уже. Я еще попробую понюхать здесь шум. Я знаю, я пехоту помитов. Только вам надо фул аккуратно идти, вам надо, чтобы один спотал просто с биноклем пехоту, и все. Один просто бинокль или хай в зубы возьмет и смотрит. Вы слева, если пропалите и пойдете наверх, вы их тиски нахуй зажмете. Мы можем вот там в компаунде, вот где моя начинается стрелочка, мы там можем поставить ралик, по идее. Пока все норм. У них тайминги быстрее были. Блять, я все еще на точке каш. Угу. Там немного пехоты, Дим?
Можем тут, наверное, откидывать перед нами ралик? Угу. Или вообще я тут не... откинуть? Давай вот, вообще вот, тут вот, откину. Больше дай его увидит. Вам надо реально угла давать, полить вот этот кимпаун ближний. Вот тут у них мэби что-то стоит. Я думаю, у них в дальнем кемпаунде и на хорке на, просто на ралик. Ахтар? А, не, выше через дорогу вот этот кемп сразу у вас. Понял. И дальше на хорках. Оттуда тоже пиздуют. Но те как-то, вас, которые перепиздили двое, они слишком быстро пришли как будто. Да. Один налево крутите сразу, Трофим, иди лево дальше шире. Мы идем. Трофим, уходи, уходи далеко налево. Дима, пропушивай вперед. Да, с Месата. Трофим хай нюхает лево. Месат, нам надо вот тот компаунд, что перед нами. Левее от каски. Я наконец-то с вами, мне... к тебе... ёжик. Угу. Блять, нам пес вообще колет, видите, блять, нам пес колет заходить. О, передо мной, по горе бежит тип. Вот тут, вот тут, вот тут. Меня не видел. Да глазик. Сейчас увидел. Под забором тоже лежит. Еще слева, Месат. Хорош, убил. Помогите, блять, помогите нахуй. Помогите. Да, заметил, заметил. Помогите. Гранату кидает, пидор. Трофим, забегай на Диму, иди дальше, типа, ралики надо полететь. Ебать, этот момент смешной, блять, потом ты пересмотрим. Выжил? Да. Мы выпустили тут типов, у них что-то тут было. Еще один тип бежит, еще один. У меня под углом, у меня под углом, вот тут. Вот тут, вот тут, на углу. Лучшие. Надо поднять. Гивапнулся, сразу гивапнулся. А, вон и гивапнулась, тут был ралик. Трофим, ты дальше, там где каска и стрелка, тебе надо туда проходить. Угу. А, через кемпаунд приводили? А, через горку, да-да-да, тебе... через горку проходить. Нам пес вообще сказал идти вообще сюда, понял? Но я это далеко, мы хуй туда дойдем. Да, то вообще не наш сектор, хуй на него. Да. Вам надо, дальше. Да, продавливайте туда и уходите. На мне их не этот, сопля. Сейчас въебал. На тебя? Да, на мне. А подойди ко мне, подхиль меня. Ага. Ну меня уже спалили. Да я стабилизироваться вообще нахуй не могу. Подтягивайтесь к Трофиму, у тебя просто жить, Трофим. Я буду тут пока стоять. Звук, звук, звук. У меня хп нету. Угу. У вас хаба в блоке. Они знают. Она по КД в блоке. Я понял. Вокруг меня еще бегают. Нам фобу выкапают, да? Угу. Меня убили с двух сторон. Скорее всего, да, там где у метки, у них 100% хаб. В хате вот этой вот. А хотя бежали, знаете откуда? Вот этот справа компаунд. Минус один. Убили. Там, по-моему, еще один был. Ну я сейчас его не слышал, он издалека стрелял. Блять, я у меня, у меня. Может, меня отхилит кто? Да-да-да, вижу одного. На мне топает. Двое ко мне, ебать их там. Очень рядом с тобой, за стенкой он стоит. Бинтуется. А, под тобой, под окном, под окном. Я видел. Блять, не могу его пикнуть, меня другой контролит. Чуваки. Убил у меня. Медика, можешь подойти? Медик. Медик. Можешь отхилить, пожалуйста? Да как стрелять, оно не попадает, ебаная мушка нахуй. Ладно, отрегеним. У меня хп вообще нахуй нету, да, походу?
Тебя пушит один, вижу. Дякую. Опа, с твоей стороны, с твоей стороны, да. В компаунде он. Чё? Блять. Блять, у меня одиночный. Он ранец, ранен, ранен. Я не вижу его, не знаю, где он. Ебать. Ну что, Зоид, можешь ждать? Ты что, что? Я отваляюсь. Тафим, мне кажется, тебя хуй поднимут, не? Ко мне зашел? Можешь фарт. У меня трое. У тебя? Да, четверо. Блять, сейчас Дима меня нахуй там разъебать. Минус один. И что я за хатой умер на улице? А у тебя есть кто-то тут или ты не слышишь? Не слышу. Сука, со спины. У меня тут дохуища, просто дохуища. Просто лежит, я сейчас, скорее всего, дальше пробегу. Нихуя нет. Да, блять. Мне же будет бежать четвертым хлоповать. А, у нас фоба сгорела? Угу. Пес, мы можем захопити точку зараз, повернутись на Central DC. Или четвертыми выбезить хаб у них. Наконец-то. А где хаб у них? Скорее всего, на пятом они оттуда бежали. Пес, вони бежуть з мітки п'ятого, там, можливо, хаб стоїть у них, четвертий перед тобою. А що, гратки, четвертий з ними піздиться там. Третього зірка. Все, отхилился. Да. Нам надо как-то аккуратно. Значит, просто за этот забор забежать и все. Они до сих пор в том компаунде ебутся. Их там четверо. Нас они ожидать не будут. Похую на них. Хап. У нас хаб, пест, тут хаб стоит. На втором этаже, на втором этаже, Дим. Блять. Тафим, я гевапаюсь, меня хуй поднимешь, давай. Пацаны, плюсы на хаб. К ним. Тафим, зашкерься где-нибудь, нахуй, чтоб ты их не... Блять. Там я сейчас здесь максимально ужасная позиция. Ты там один. Мне просто жить надо. А, да? Бля. Да. Меня уже гранатами убивают. А фоба там же или нет? Скорее всего. Это... Трофим, все, живи. Просто где-то зашкрися, живи, жди нас. Блять, с мушки реально какой-то прикол, она хуёво стреляет. Оно не регает нихуя. Мы пушимо... Хаб, нам треба хаб вирушити четвертим. Місад, бекні. Так, якщо ми зробимо це вдвох, буде краще. Куда? Вони вокруг мене бігають. Да, вони мене не бачать, вони вокруг мене бігають. А, ой, я увидел, блять, вот вони пиздують. На мені yeah. Прям. Вот здесь спустился один. Ще прямо возле мене. Блять, ну у мене тут обзор хуйні.
Ралик хочешь переставить, Жень? Не. Не, похуй. Но мы его не переставим. Да просто. Поэтому смотри, хочешь три типа мне спустить. Ай, блядь! Тут снайпер сидит. Вот здесь вот. Тип реально со снайперкой гамает. Гений, блядь. Тебя выбили? Да. На моем участке, там где я лежу, вообще никого нету. Единственное, вот это вот педрило со снайперкой. Вон, тут в кусту ждут. Блять, мне так страшно нахуй в этом кусту валять, это просто пиздец. Чтобы вы понимали, это просто единственный кустик на все это, блять, на все это пригорок, блять. Ха! Просто это нахуй надо было видеть, блять. Блять, у нас Central забирают. Ну это пиздец, потому что... Я могу выходить. Кого убьешь? Ну знаю, жди всех, жди всех. Мисата, надо Мисата поднять, попробуйте. Вот он, блядь. Целится. Где? Где-то здесь. Блядь, во... Можно его вбив, не. Убил его. Хорошо. Сын шлюхи, блядь. Такой пидор, блядь. Да, Марксман в натуре, блядь. Я постараюсь заходить осторожненько. У нас ралик сгорел, парни. Сумка полная у тебя? Знаю. Ой, так у нас хаб заблочили. Да, пополнил как раз. Она сейчас, кстати, пронесут. Ой, блядь, это потому что это пиздец просто. Как мы можем заниматься своим? Если нас колют на шот. Менес напрягаю. Дай сумку. Пацаны, надо так где-то надо, отходить. Надо где-то отходить, ставить ралик. Я не знаю где. Да сакатан. Я сейчас крышку сниму, вырву. Наверняка. А, вы блочите? Да, мы блочим. Да, а, блять, Мисата. Доктор, поднимешь еще моего тандема. Мисата, нет, Дима, пошли со мной. Chill out. Ой, блядь. Мы уходим, Мисат. Давайте. Мы находим на Central DC 2. Хабу подкопали? Меня взорвали. Меня взорвали с выхода. Хабу еще подкопали, нет? Они его пытаются пушивать. По-моему, подкопали. Интересно, если я тут откину, это норм будет? Нордос, это было... Похуй, откидываю, мне поебать. Блять, это что, гонило? Было охуенно. Сколько же ручных что? Детей... Фоба! Или... У нас фоба. Копайте, к вам никто не придет, если только с хаба. Пожалуйста, пацаны, стягни. У нас фоба. Давайте выкупаем фобу. Фоба заставлена блоками. Ого, блядь, Донбасс, там витамины 0, нахуй. Понятно, я тебе покажу, как он таких котиков убивал в телеграмме. Трофим, иди к нам. Да, я сейчас поднимаю здесь всех. Трофим, все, забей, хуй. Медик, блять. Ну там медик. Давай, гивап. По ралику. Где он стреляет? Он в здании. Он хуй знает. В каком именно? Думаешь, в здании? Вот где смоки. А, ебать, сейчас я туда прокину плотную. А, вон она откидывает. Донбасс, подожди, Донбасс. Там заходит, тихо. Да-да, блядь, сиги. Привет, от детей. Закапывайся там, Дим. Давай нахуй. Все, клип. Инфа. Закрыли? Инфа? Да, вроде нет. Найс. 40 секунд.
Не закрыли, блять, вон он стоит. Правая всё комната, закрыли? Правая, правая. Все, ты ранялся, молодец. Тебя медик поднимем. У нас обомрад едет по дороге. Там фобу нашли. У пятого. Да, Дим, ты уже копаешь? Ну да, вскоп. Уже крышка вскоп. 7 секунд, куда мне вставать? Крышки фобы нема. Четверті, ви можете відходити. Резнулся, куда я... Да, наверное, на ралике 7 или 3 надо вставать, идти, блядь, на первый. Он остановился, заглушился. Мы потеряли район. Повторяю, район потерян. Сука. Трофим, все, контроль. Не заходи к нам в кемп, просто контроль. А. Все горит. Фоба горить. Велдис. Блюр, позвони, позови. А, он идет. Позвони ему. Позвони ему нахуй реально. 1488, набираем. Ничего, это норм. У них фоба. У нас все не так плохо еще. У нас четвертый, шестой, ой-ой-ой, это страшно. ГПшит, Трофим, с твоей стороны. Мраб тут катается. Да тут и ГПшник бегает где-то. Что, блять? Мраб. ГПшит сва... Мраб приехал. Мраб у нас. ГПшника не вижу, он в кустах сидит. Не попал я тандемом. Ха, долбоебы. Мраб возле меня остановился. Не, он проехал дальше обратно. Не попал. Он, блять, бьет меня именно в угол. Мура прямо возле меня. Сгорела фоба? Нет, еще. Пометь, Трофим. Блять, мраб ебаный, сука, сейчас. Мраб, на нас мраб, на нас мраб. Да, на Трофиме. Экипажник. Сгорело? На мне бегут отсюда. Сели в мраб. Пехота садится в мраб. Как они ралик нас не спалили, боже, гениально. Попали. Папа, папочка стрелял. Минус мраб. А, я могу, на хаб, я могу на хабе резнуться и, потратить, и погнать на центр ДС наш помогать. Дим. Давай. Или 30 секунд у вас буду, и мы потом вместе побежим. Давай, нет, у нас. За, ралик забери или ты фул? Да, я ралик заберу. Трофим заспавнится, ралик заберу. Я не фул. 20 секунд. Так, а я побежал тогда в дев. Спалили. Сука. Пехота. Сапуха. Да, я на хабе резу себе ломать. Убил его. Уёбок, блядь, там просто 8 секунд, 6 секунд оставалось, нахуй. Сумка не фуловая? Я складной. Ну, вообще не уверен. Не, 26. Фоба минус, мраб минус. Пехота минус. Нема в мене на ралік. Нема в нього. Нету на ралік? 50 нету в сумці? Ти ж забирав. Не, я понял. Там, ну, там нету, да, все, забери. Нет. Да, нам надо плюсы, пес, нам надо захватывать. Мы идем с этой стороны. А, Месат, а ну чекните, чей это слева от тебя стрелок бегает, какого склада, пусть он мне принесет. А, другой, у тебя у стрелка есть сумка на ралик. Давай, иди. Так
Они с горы пиздуют, слышишь, Дима? Да, по двойкам пиздец поставил, да. Да. Вон он. На моей метке прям. Есть инфа по разрезу какого-нибудь там, не знаю. Убил типа. Долбоёб, побегай, блять. Что, не будем? Не, нема. Чуваки, у кого-то патроны есть? Я знаю, что мы слева убили. Контроль карты, потому что у него правильно. Давай. Ну, дословно. Нет. Живой? Где? Танестит. Тандем, он бегает. Плюс. Патроны, чуваки, патроны. Бля, мир, я ж тут сижу, навіщо ты прям під мене сідаєш? Несу патроны, несу патроны. Ага. Дякую. Кому патроны? Да, мне. Грисвай. Дайте сумочку, поставь себе, взяв. До запада, до запада. Ну, кому патроны? Не знаю, нормально, но... Ой. Спиздю все, блядь. Дуси второй надо, Дим, вам 10-2. Я знаю. Блядь, нам 10-2, но я хочу ралли где-то поставить, Жень. Я не понимаю, куда мне ралли поставить. Давайте парни заходим. Понимаешь, меня хостель я отдаю, я все готово. Чест за централ 10-2 надо. Да, мы сейчас плотно стоим. Ну, мне ж назад надо, вот туда где-то поставить. Да. Вот в церкви где-то. Да. Парни, позаходите все в триггер, чтобы срез захватить. И сразу на самом деле. А сколько шевронов? Один. А. А чё один? Парни, один шеврон. Один шеврон на Central DC, зайдите туда в триггер. Зайдите в триггер, чтобы заходили. Нихуя вы тут хату обустроили, блять. Паша, нам уже побыстрее, заходи по хаба, Как скажешь, что происходит? Заходи к нам в гости, перемог. Вылез. А потом на перемену хода пойдем на второй центр DC. Ого, это тактика такая, ничего себе. Да, она ебейшая. Опа, блядь. Инфа откуда? Работа, по-моему, за. Слева вроде бы. Затем Макс, блин, ебанит, блядь. Один вроде. Я не бачу. Глубо не хипа подождите. Ого! Ебать, солнышко! А, ребята, это что они сделали? Было, это мне нахуй в ебальничек труба залетела. А нас пушат, нас выкуривают. Окружили. Ого! Котле, мы в котле. Буба, ми, Буба, мене чекай. Блять, ну вы что ёбнутые? Чекай, двойные, ебать, не будем чекать, гад. Ебать, что нам еще надо сделать, блять, чтобы выиграть игру? Прям на мне бежать. Они все отсюда пиздуют, просто все нахуй. Что у нас типы все? Потому что там ралика нету, там фул проходной двор. 16 минут осталось. Вон, блядь, бегай. У нас типы куда-то на запад типа пиздовали, блядь. Нахуя-то они пошли, блядь, ебашиться в полях? Меня вообще в жопу бьют. С горы пиздят нахуй гандоны. Подожди. Пробежать. Пошли туда. Слышишь, Дим? Вот туда, в тот компаунд перед нами. Все. По идее, все. А, вон они оттуда хуярят, слышишь? Откуда? Справа. Да, вон, повставали, там ралик стоит. Пест, митки каски, позаду тебе, там ралик. Они сейчас сторону хаба пиздуют.
Вони йдуть в сторону хаба нашого. Трофим, нормально у тебя все сейвово? Поднимут тебя? Пойди, меня в центр закину, меня никто не спешит поднимать. Дим, я к тебе или помогаю писту? Central DC. Central DC. Central DC, понял, плюс. Медики, підніміть, будь ласка. Так, піста вальнули. Це ж піст? Это піст. Ще піша. Нас піднімаються, йдуть. Дім, іди, іди, іди в Central DC 2, Дім. Понял, понял. Трофим, сразу поднимаешься, идешь. Не хилишься по дороге сам. Все, уходи. Ебать, он сейчас пробежит на хуралике попалит, сука, уебок, я его не видел. Блин, так быстро его захватили? Да там его никто не дефает, они сейчас нам хабу похуярят. Да хай хуярят, мы сейчас проносить будем просто. Да у нас 91 тикет, 13 минут. Ой, они фобу нашли, по фоба на первом, слышишь? Дякую. Ну, бежим к первому и... Блять, ёбаный пиздец нахуй. Я сейчас здесь простреливается, блядь, как. Ралик седьмого сгорел. Седьмой ралик сгорев. Перебинтую, беги ко мне. Давай. Мы убиваем пидора. Передай, там за калиткой вообще очень много их, трое как минимум. Да. Да, да, вот там где метка КАСК. Справа от меня. Блять, у меня хаешки еще нету нахуй, чтобы прокинуть, блять. Хае. Бля, ебаный снайпер, потаскушник, блять. Вот он сидит вот здесь вот, блядь. Сука, два раза попал, уебан. Я в соло в триггере, вони навколо мене. Цепик нос, Саш, в смысле. Мне нужны есть? Плюсы. Один есть. Я право стою. Каска снайпера, там был еще хуй с снайперкой. И со спины у нас тоже пиздуют. Там у них ралик стоит. Тут? Метку ралика я кинул. Нам хабу надо снимать. Блять, меня сбоку нахуй забрали. Вот здесь вот этих у них очень много типов. Ну ёбаный гандон, я ему не верю, блять, это ёбаные такие тайминги, блять. Бля, долбоёбы со снайперками бегают, ебаные гуки, блять. Вот тут на горе. Блять, похилить бы тебя место. А, треба закидывать Central DC 2, закидайте просто хаешками, вони там все кучкой бегают. Их там дохуища. Типа, он там, где я был, там как минимум, блядь, пятеро было. Гевапнулся, походу. Поднимаются. Эмиль, у них ралик, метка актуал. Пора по ралику сдавать тоже такую себе тему. Они тут дофига бегают.
Мисат, там раб едет по дороге. Я вижу, вижу, вон он. Спалили. Ралик спалили? Да. Ну а что зовет, можно афарь? Трофим. Раб минус. Чё? Раб минус, у нас тут Тима. Пехота принимаем. Надо поднимать... Мне кажется, его случайно спалили. Да со скотона надо поднимать, Диму надо поднимать. Я... не щ... Всё, всем пизды дали. У нас Ралик сгорел. Ну, у меня очень хуёвая ситуация. Централ надо бэкать, блять, уёбки. Ладно, похуй, Трофим, идём, нам нечего делать больше. Угу. Передо мной. Забрали одного, ещё в проходе. Сейчас, Трофим, иди, хаешку дам. О, заплакал. На крышу вылезает Трофим, там на да, вон он, направо. Хая. Убили его. Хорошо. На в наглую поднимаю. А дай направо, слышишь? Дай направо, Альфа. Тихо, не могу. Тайминг ублюдский, блядь, только поднял, нахуй сразу хаешку прокинули. Нам фобу подкопали, блядь. Фоба у нас горит. Фоба горит наша. Сишку положили на нее. Блять, всем передо мной вышел. Ладно, похуй на этот триггер, блять. Что у нас так хуёво, блядь, происходит? Вроде бы у нас тут куча, блядь, бежала. Куда они все делись? Я знаю, давно у меня нема. Всё, фоби пизда. Фоба сгорела наш. Зайдите на ралик пехота. Кому-то, блядь, я хуй знает кому. Кому-то зайдите, блядь. У меня тут тип сидит. Я, по-моему, разменялся. Или не разменялся. Не, не разменялся. Контроль над районом. Блять, ну я не понимаю. Давайте к первому. К первому надо заходить. Нельзя дать им победить. Нуля, ебать, еще и проебали, нахуй. Ну это реально смешно. Ну это реально просто полный. Ой, Марсмана. Нам три фобы нахуй снесли просто, блять. Ну и мы две снесли. Да ну, блять, мы-то понятно, нам нахуй фобы посносили. Говорил играть через одну, блять. Больше концентрации будет людей нахуй. На одну точку. А так все по съебам дали. Блять, ну похуй, мы отыграли нормально. Мы делали все, что... Не, мы делали даже дохуя, больше. У нас типы не смогли ничего сделать. Этот сквад вот ВТВ, это просто что-то аутисты какие-то. Ха, ты реально снайперку взял? А шо? Ну 5 минут, покайфовать. А, еще фобу нашли. Еще фобу нашли. Чайвань, еще фоба? Чайвань, еще фоба? Морф, у вас фоба, там еще одна? Да, у нас тут фоба, иди да. Сюда. Я могу сверху, сверху контролить входы. Под домом. Под домом у вас. Пять хвой, хлопцы. Бля, они в том же месте откинули фобу. Да. Он бинтуется.
Вытек. Вытек. Он вытек. Он ментуется, чую там. Не-не-не. Ну, я не можу зайти. Я не можу зайти до. Давай разом. Давай на розмен. Разом на розмен. А он вытек, по-моему. Он вытек. Он вытек. Значит, бах спада, все добрый, да. Копать, 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 копать. Блять, как же они срут? Ну потому что мы опять же таки, мы не можем лично своим складом отыграть ДРГ. Не можем, потому что у нас все проваливается. Чекайте окна. Чайвань, вам, Чайвань, вам надо чекать, чтобы нас сейчас не убили всех нахуй разом. Надо вокруг надо чекать, вокруг чекать не все горит, все похуй. Горит, похуй. Бля, сука, не успел. Пизда нахуй. С передачи. А, четвертый лежит, да? Ой. А хотел на нож взять. Я хотел на нож взять медь. Он но успел просто в миллисекунду убирает. Поднять кого-то. Бля, сейчас еще если принесут. Ну не должны за 3 минуты, по идее. А сумка есть, сумка у тебя? Есть она фловая? А РТД Мисата нам не было. Там на дороге один еще лежит. Контроль тебя контроль ушел. Тебя ушел. Ай, нас выебало. Не знаю, мы две фобы скопали. Мрапа два взорвали. Или даже три, я не знаю, сколько Мисата взорвал. Три. О, ЛД ТВ просто словал и нахуй ебаный центр. Парни на фобе. На какой фобе? На которой мы копали. Ну принимайте. Кто, блядь? Я здесь, по-моему, один. А, нет, смотри. Все. Места, где потерку ярит? Тут дохуя. На мрапе. В доме на мрапе. А, вижу. В окошке стоит. Нет окна. Можешь пройти. Стоит, стоит в окошке. Убил. Убил, убил. Гранату кинул. Все, сгорело. А. А. На Central DC и на Upper DC туда. Да тут уже полторы минуты. Уже полторы минуты. Блять, он пустой. Мисат есть поднять? Медик тут. Вот, медик блюр где-то лежит. Медика, если можешь, сервом. Все, пошли мне с отбор. Ого, подягал. Враг захватывает район. Да, ебать его рот. Перед нами едет, далее едет. Я пустой. Угу. 6. О, ну это возможно. 66 да. Еще можно. Да, 66 можно. У нас есть все шансы. По перестрелу, просто смотрите нахуй. Ебать! 15-51 нахуй, это что это, блять? А 10-29 у Чайвани. Я не знаю, сколько у нас склад настрелял, но явно не так хуёво. 29 ебаба у Чайвани? Да. Не, 10, просто 10, склада Чайвани. Пиздец. Ну ладно, по идее, замеров здесь удобнее играть.
Да, тут за любую сторону удобно, тут, блядь, плюс-минус ближний бой. Редкость бывает того, что алкаши, блядь, я про то, что именно сидит. Фоба. Фоба хаб, вы там удобнее стоять. Так если нас просто перестреляли, нахуй, что тут сделаешь? Так ты видел перестрел? Там в сотку, нахуй, он был. В сотку, нахуй. В сотка перестрела. Пиздец, блядь. Суп это второй. А, перерыв. Так там же ЛДшников всех и перестреляли. Ну они там, по-моему, по поднятиям пиздец. Типа перестрел из-за того, что поднятий мало. У нас там общего настреляно 236, но типа у нас поднятий не так много, потому что просто у нас все бежали и умирали, и просто некогда было поднимать. Это... Вообще, я вообще не знаю, что там на центре происходило. Типа, ну, там вообще что-то странное происходило. Потому что, блядь, мы там стояли, ну типа мы заходили с другой стороны, я смотрю, там на центре дохуище, на центре DC2. Потом в моменте смотрю, там, блядь, я с Димой вдвоем нахуй там стоим. При том, что типы заходили этим челиком в спину. Я там не понимаю, что за хуйня. Это максимально странно. Могли центр DC2 забирать, и тогда бы выиграли эту хуйню. Ну, а на похуй 60 тикетов, это не сильно большая разница. Учитывая то, что здесь можно будет, блядь, фобу и хаб удобнее откинуть. Чтобы они именно прям полностью центр охуенно смотрели, а не как за русню, блядь, это какой-то пиздец дырявый. То, что там, блядь, если у амеров это спускаться вниз с горы, то у русню там просто, блядь, гора нахуй. Без нихуя. Так, ну что там у нас собираются в склад 2? Надо пойти понюхать. Ой, блядь. А сколько нас в итоге четверо, да, было в стаке? Да, четверо. Запрошение кисну, ну ёб твою мать. Да, я пускаю. Окей. Короче, и сделать акцент на том, что вы сели в триггер именно в атакующего. Просто вот вы максимально завели хотя бы тройку в триггер, и все. Вот просто насмерть. Вы сели на контроль дверей. Они простые, как двери эти типы. Они стреляются как... Ну, не хуже вас, ребята. Они не лучше и не хуже. Они стреляются тоже плохо, как, ну, как мы, не будем говорить. Мы. Они также плохо стреляются. Вы их сможете перестрелять. Просто смотрите. Делайте акцент на триггер. Больше лежите именно в триггере. Халдите и принимайте их больше. Ну, и иногда позиционку правильно выбирайте. В целом у вас было все неплохо, хорошо. Хиба, что у вас... А, кстати, внимание еще. Фест к тебе особенный вопрос. У тебя, когда заскидывали, драли к тебе за спину постоянно на востоке, они как-то у тебя раз... Я сказал первому и третьему бежать, это все пропалить. Я вот, куча да. раз, как я постоянно говорю пропалить ралики. Ну, типа не мене... пропалили. Ні, почекай. У мене піхотинець на схід пішов один. Я дав його. Він пропалив. Він майже, блядь, до поінта першого нашого дійшов. По сходу він пішов. По центру, вибачте, блядь, мене, ну, типа не було часу і не було можливості це забити, адже в нас, ну, по центру ви вже були. А в мене ще якби склад розділений. У мене половина дефа є хабу, половина, блядь, в трагерію. Так, смотрите. Я знаю, у меня складной, который должен был играть в центре, он только пришел, да, Смурфик? Он не мог.
Поэтому я считаю, заиграл только на двух складных. Короче, мы сейчас решим, там потом замер более. Папа вернулся, папа будет выигрывать. Полет в центр, игра от центра. Замеров хаб будет просто удобнее. Во-первых, ребят, замеров вы перестреляете. Амеры, они в клоус-файте перестреливают из-за скорострельности. Я больше вашим типам советую взять именно коллиматоры. Я думаю, они на них перестреляют. Скорострельность больше, отдача, ну, типа, адекватная. Стрелять в разы удобнее. Ну, лично я считаю, что настреливать легче на эмке. Поэтому я думаю, вы эти 100 тикетов отстреляете, во-первых. Во-вторых, у вас разница 60 тикетов, а это немного. А, и еще очень важно, что хотел сказать. Это, ну, давайте по-подкрестному, так бы мол. Это контроль триггера, больше хотелось бы чуть-чуть. Именно играть уже, не так широко на флангах, как вы играете, а именно чуть уже в триггер. Это А. Б. Это более правильно, не знаю, все-таки допаливать раллик. Если вы чувствуете, что у вас там, значит, разрез со спины идет, значит, допалить надо арк. Ну, значит, надо отправить двойку и все-таки допаливать. Потому что этот, вот этот раллик у вас в спине, он, в принципе, вам поснимал все фобы, которые у вас были. Это второй момент. И третий момент очень важно. Это ко всем складным относится, которые играют там от хабов, от фоб. Пожалуйста. Ралики на контроль фобы. Вы просто просрали все свои фобы, потому что вы не могли законтролить эту фобу. Кидайте, значит, меньше фоб и лучше контрольте. Значит, вы, ну, много фоб, ребят, кинули, много просрали. Значит, вы кидайте меньше фоб и лучше контролите. Лучше кинуть одну фобу и хорошо от нее отыграть и законтролить, чем кинуть 3 или 4 и просрать все, как вы это, в принципе, и сделали. Поэтому можно кидайте... Сейчас, секунду. Кидайте просто меньше фоб и лучше контроль. Значит, оставляйте игроков где-то в тылу у себя, ребят. Не нехтуйте цим. Вы просрали на этом что-то 60-80 тикетов, по-моему, если так почитать. Все, теперь я сказал, спасибо. Мы потеряли два фоба, одну фобу я выкопал. А, ну, значит, ну, две, значит. Вот, поэтому все, я все сказал, ребята. Если вам было полезно, пожалуйста, то вот, все. Если задавайте вопросы, давайте, все. Аня, як нам ключкуватися в тригері, якщо тригери, ну, просто матіпусінькі? Смотри, там, короче, почти в каждом тригері домики вот эти обосранные, всякі разные. Ну, вот, по ньому одна граната залітає і все. Чесно, я не знаю, я сижу в этом домі, если я сижу со своим типом, я могу его дефать, не знаю, бесконечно, понимаешь, ну... Они не делают этого, они не кидают. Тем более, они не забивают. Их в цей момент, як вони кидають гранату, можна пікати. Я вбивав типа, просто він стоїть, блядь, двері, блядь, і хоче гранату закинути. Я в цей момент на Єшку пікнув, блядь, і закрив його. І граната під ним вже з'явила. Кінпі в кожному углу можете розсідатися, да, блядь. Так, в кожному углу, просто смотрите, щоб у вас, типу, вот эти синяки... Вот, опять же, проблема вытекает из того, что у вас синяки не общаются в локальной. Если бы они общались, вот синяки просто включили буковку локальной и начинают говорить, я чекаю тот проход, ты чекаешь тот проход. Легли по кустам, по углам триера, и все. И вы сидите, дефайте вообще с кайфом. А третий забрался на крышу и распикивает. Вот просто, ну, это было у нас так. Когда я заходил вам сейвить триггер, я тогда закрыл соло что-то из шестерых или, ну, тому подобное. Потом подошли моя двойка, и мы втроем задефали вам триггер. Только потом вся ваша синька подбежала. То есть вот, вот просто больше общайтесь в чате и выбирайте хорошую позиционку. Вот. Все. Ну, кстати, а минометы? Минометов нету. Их нет. Это, кстати, это ошибка фатальная, вот так скажу. На этой карте не их на карте нету. Прикольно. Поменяли лайк. Они после обновы. У меня миночек есть, он должен был стоять. Я типа под него стартую и разрабатываю, но минометов нету. А кстати, типа, почему не используете SSL лайеры? SSL лайер, он маленький 30 на 30, вот этот, который у них есть. Да другие же еще есть киберспортивные лейеры. Ну ладно, типа это такое уже. Да, ну ладно. Хотя короче, я хотел там должен был делать мод Каплан, он должен был отрубить тени и кинуть минометы, но он не смог это сделать, потому что он был занят. Все, короче, вот, ребят, играть, выиграть вы можете, просто чуть-чуть отыграйте чуть больше от триггера, именно просто больше центральный в триггер дайте плюсов. То есть не забывайте про фланги, не говорю, что прям забывать, просто чуть больше в центр дайте именно активов. А, фобы, вот гипер важно контролить ваши фобы. Если не будете контролить фобы, вы также при. Вот эти вот охуительные истории, блядь, Донбасса, нахуй. Какую он хуйню понарассказал, блядь, такой чистый тип. Говорит, ну я не знаю, как по вам, может это на вашем уровне, я, говорит, я не чувствовал, говорит, они нубы. Ну, вообще, да, они бестолочи, я хуй знает, как мы ну, проебали. Ну, это рассказ просто слушай, слушай Донбасса за фобы, как он рассказывает, блядь, чел против нас ни одного скирмиша не выиграл. И вообще у нас ни разу не выиграл, блядь, что-то сидит нам рассказывает. Ну да, реально, у Донбасса ЧСВ это просто пиздец. Да не, пусть рассказывают арку, блядь, потому что их счет это так, просто так нет, он пизда, хуйню рассказывает, просто Донбасс говорит, вам надо уже играть и в триггеры больше, блядь, что он мелит. В том триггере, если зажаться, ну вот одна хаешка в кимпаунд и все.
Не, лично мне в ебучку только труба прилетала туда. И убивала только меня, когда, блядь, рядом. Не, сейчас с эмками как будто бы легче будет. Ну нет, понял, прикинь, если бы у нас был с ними равный перестрел, хотя бы плюс-минус равный, мы бы выиграли даже по тикетам. Даже не учитывая то, что мы столько точек просрали. А чем мы заниматься сейчас будем? Кусты, тем же самым? Кусты. Да. Бля, ну, я ебал, Лёш, ну я ебал. Я хочу с эмкой побегать, похуярить их. Ну, бери эмку. Ну просто, я ж в городе буду хуяриться. А ну чё вы ко мне заходите, блядь? Чё вы хотите? Пусть сидят в каждом кусте, на нахуй, ты о чём? Кусти? Так и так пора, похуй, я хотел... Я нормально, всё равно ХП придумал ты, конечно. Чуешь, Дима? Чё? Чушал, Донбасс сказал. Да, слышал, ну шо, пообсуждать сейчас, мне похуй. Ясно, окей, тогда я не буду вас щипать. Знал, я нормально стрелял, что я буду... Знаю, тебе просто это приебало бегать, а мы бегаем по одному иглу, вот и всё, вся разница. Ну, мы двойку убегал. Да не, просто блядь, куча пачек разбежалась. У них выкапывают фобы, они даже не бэкают, они даже не пытаются спасти фобы. Да. У меня, у меня Дима сидит, соло копает хаскоблок, закапывается в хаскоблоке и копает фобу. Все это время. Они даже не бэкнули, они пришли, потом мраб приехал, от места-то пизды получил еще, блядь, вдобавок. Мы за один раз, вот так, когда выкопали фобу, сколько в мрапе было человек, Месат? Первый мрап? Нет, второй, когда над фобой. Это человек... Ну, когда мы выкапывали. Вот, плюс я четвертого убил. 8, 9, 29 тикетов они потеряли. 29 тикетов за один раз. На нас. Ну, типа, я въебал им 3 мрапа, в среднем возьмем по 2 ебла. То есть это у нас выходит 21 тикет. Плюсом мы выкопали 2 фобы, да? 3. Ну, это с Чайванем уже вместе. Ну, по сути, как... А, мы лично? Да. А, ну, 2 получается. 40, 60. Еще мы тоже 2 выкопали. Нет, мы одну выкопали и с Чайванем вторую. А, 3 фобы. А, вторая получается была. Угу. 3 фобы они потеряли. 4. 4? Да, мы еще своим сквадом без вас тоді викупили. На той стороне, да, на другом фланге. Блять, ебать, они тикетов понатерпели. Ну, с таким перестрелом просто у них по перестрелу плюс 100 тикетов на нас. Только на перестреле. Не, ну, у нас вся техника стояла, блять, живая. Так у них у третьего склада, у ТВшек, блять, что это вообще? Что там было? 19 на 51? Да, где-то так. Это просто пиздец. Чел, блять, 1.11, 1.15, что-то... Ну, это прикольно, типа, без никакого осуждения, но... А кто у меня я хуй знает, как все поиграть есть. Можно. Раз, два, все. Три. Да нас четверо, да. Все. Хуй пойми вообще, как можно так сдыхать? Я даже в разгар фида, блять, когда я специально шел фидить, у меня столько не получилось раз нафидить. Я просто и шел сдыхал, я 2-6-5 отыграл. Сдыхал. Но мне похуй, я сквадной, мне не ебет. У нас ролики живучие были. У меня 9-6, блядь, что там, блядь? Давайте. Да. Мы другим полезем. Заруснёшь, сейчас заходи, да, ещё перекинул. Не, просто окей, нажми. Можно последнее слово перед началом? Дима, помнишь, ты показал видос, как тип сидел в доме, нахуй? На этом. Чтоб ты понимал, я на меня выходит, там, блядь, выходит тип, я его перестреливаю. Я понимаю, что за стенкой есть тип. Я туда пошел. Ну я, короче, подобрал стенку, трусь. От него вообще ни одного звука, нахуй. Я через 4 минуты туда захожу, он лежит там на сошках, нахуй. 4 минуты чел не дёрнулся. Он ни одного звука не издал, нахуй. Я это не понимаю, как... Кадрочь, нахуй. Это я да, ебал. это пизда. Но не, они сейчас получат пизды от эмок. Против кого мы их... Вот эти, которые лежали и лежали. Это просто СМГ. Пиздец. Чел минуты 2... ФРС. О, вот ФРС, вот это реально лежит. Не, они вот, да, так это не сравнится, но, во-первых, карта вообще другая. Да. В компаундах тут, ну, полежи. Ну, типа, можно полежать, но намного сложнее, чем... Да тут, это, блядь, тут в каждом компаунде окно ебано есть с двух сторон, блядь. Ну, да. Я в компаунде лежал, когда мы... Не знаю, меня постоянно, блядь, из какого-то угла, блядь, из куста, нахуй, в угле, блядь, убивают. Раз пять. Меня ни один долбоёб не перестрелял, ни один, нахуй. Но вот зато пересидели, они, блядь, мастера, нах.
Блять, я помню. Зашел вот на DC-шку вторую, сел в компаунд, а там как, блять, окно, но оно прикрыто тряпкой. Тупо дырку смотрел, они меня не замечали. Че, Иван, что мы делаем? Своих... А, я не могу тандем, сука, с прицелом взять. Сбор в январе будет. Мы идем за пехоткой, вот сейчас самая дальняя. И на ней мы влетаем, оставим ралик, сейчас покажу, да. Пацаны, че, Иван, можете перейти? Или мы к вам, да, не, да, вы к нам зашли? За фейк. Да, сейчас мы перейдем, сейчас нормально. Я просто хотел пожаловаться. Месат, играем зеркально, вот сюда проезжаем мы. Подожди, мне у меня спиздили М-ку с прицелом, уебаны. М-ка. Йося, М-ка, не хочешь кто-то взять? М-ка, М-ка. Кого? Кого взять? Так, давайте перейдем. Ладно, а потом скипну. Это тандем блядский. Да, скипнешь потом. Тебе по факту сейчас выбить. Кослот, ждешь, пока сопля, я на сопле проеду и проедет прав, чтоб ты не бочил. Добрый, я зачекаю. Тормознешь где-то вот здесь, наверное, откинем ралик и поедешь дальше. Петь, думаешь, петь, там откинем? Да, откинем ралик вот здесь вот где-то, я пойду обратно сюда наверх, блядь. Если тут параша какая-то будет стоять, я ее выбью 100%. Кто ты забыл? Я его замутил на массе, это долбоёб. Ну, двигай, блядь. Назад двигай, назад двигай. Не, Дима, не, назад. Не, пробуй, не, пробуй, пробуй, не, пробуй, не двигайтесь. Пробуй. Все, пописал, теперь можно в бой. Дима. Кто первый уезжает? Не, ну такое вообще невозможно им проебать, просто невозможно, нахуй, ну, опять игру руинят. Ёбаные агенты ГБНа, блядь. ТВшки? Да. Я не ожидал от них вообще, я реально не ожидал, блядь. Ну, это уровень СТМГ. Поехать назад, поехать вправо, ну это, блядь, дохуя, ну это просто пиздец. Забейте, похуй. Мальвина отпустила всю хуйню и все, я так и не понял, чего, блядь. Вообще на ком на старт, ну, чипа-то руль, блядь. Наша руль, чипа, ты так... сам за руль. Да все, да угомонитесь, да, похуй. Похуй. Ого. Да сейчас разнесем, сейчас одни, блядь. Это на самая лучшая мотивационная речь нашего командира. Донбасс, я раскис. Что мне делать? Дим, я раскис. Чё, я чё? Ты меня шпикнешь, да? Я знаю, я знаю, где, да. Да пошёл ты нахуй. То скажешь мне, когда прыгну, ты. Ладно, тут чё. Куда этого сатисфэкшена? Негр. Я пись хочу. Ты негр, да, медики негры, знал? Капец, ну потом на заднем сиденье просто разложился нахуй, туда вперед, блядь. Не, ты не негр. Блин, не, не. А, нет, ты, ладно, повезло тебе, ладно, беленький. Да. Подожди, ну, там, значит, а где мое тело, нахуй? Тикай, значит, черный. А у тебя тела нету. Это ты. Я негр? Да не может быть. Уайт, да, а я твою пузо вижу. Уайт, да. Так, подожди, так. Это плиты. Так, Satisfaction тоже негр, посмотрите на него. Ну, вперед, вперед, вперед. Все, короче. Поехал, поехал, поехал. Да, блядь. Ралик там поставим, да, Месат? Да, в компаунде там. Давай, да. Трофим, выйдешь со мной. Угу. На пулемете кто? Понял. Нет. О. А молчать, молчать нахуй всем. Я записал. Сейчас тоже, сейчас тоже. И сейчас, это пиздец. Все, можем тут выходить нахуй, пизду, блядь. Дима, учишься лучше? Ебать, нас сейчас отъебут, блядь, за такое. А куда мы МК везем?
Давай, давай. Ну, блядь. Че, блядь, кегля ёбаная. Кардив молчи. Вот тут? Дальше, 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 дальше. На next. А, не, стоп, 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 тут, 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 ебать. Блядь, места-то ёбаный ты. Смотрю, браво, блядь. Пошли. Нахуй вы... А, ты пойдешь, все, да? Да, я пошел на гору. Трофим, я первый сажусь. Перед нами сейчас, смотрите, надо законтролить. Вроде есть. Я не смогу сейчас помочь, аккуратнее играйте. Мы тебя ждем, месяц. Можно не выйти и просто на гору пойти к месяцу? А, вон он, ебать! Где? Вон, блядь, браво, быстрее, выходи, браво. Выходи, Трофим, выходи, Трофим. Сука. Вот, вот сюда, быстрее. Дал. Там мраб? Да. Ебать, въебал. Хорош. Мраб на моей миссии с тандемом. Горит. Разбежались, мраб. Пидорасы. Разбежали, пехота выбежала. Не, смушка это пизда, я нихуя не вижу. Трофим, хелпуй. А, все, вижу нахуй, да он вообще до пизды. Он на горе. Мы едем. Подкати ко мне, я резаюсь. Давай. Минус мраб. Ебать, они нахуй залезли, конечно, блядь. Это пиздец, блядь. О, повторяем первую квешку, сейчас будем гору пушить. Да. Так, бинокль. Пес, нам ехать и дали на мрапе или не? Ралик там же, откиньте в спине у них где-то, блять. Можно вот здесь даже ебануть его. Ралик? Да. Смотри. Убил? Вообще неизвестно. Ну что-то за... А нам не надо что делать? Да я сейчас выглядываю еще одну технику, я въебу и пойду обратно на точку. Я просто могу сейчас в центр стянуться к нашим этим типам, которые сейчас там пиздятся слева от меня. Давай вдвоем сыграем, погнали. У меня тут пехота, я навидкину его тут. О, хуй тогда. Да, вон всё, они на горе, с той горы, блядь, стреляют, вон он стоит там даже. На ралик. Ебапайся, на ралик. Я не знаю, что мне с этим рапом делать, я хочу его бросить нахуй. Оставь на ралике. Ого. Бля, сейчас бы узнали, что с ним делать. За тобой едет, прям за тобой. Сбей его, сбей. Нет, своего гранда нереально. Блять. Уёбуй. Он сейчас спалил ралик. Ай-яй-яй, шлюхин дочь. Еще ралик спалили, ёбаный стыд. Ебать охуевшая мразь, блядь. Блядь, а как вы так не стреляете, Димон, суки? Я его услышал только, когда он начал стрелять, блядь. Че, забейте меня тут. Да. А где он? Хуево. Не вынес, живой. Вынес, вот сейчас вынес, он тут же стоит, блядь, у нас под мейном. Все, мейнки. Он сейчас налево на пригор обсану, посмотрю в бинокль. Давай. Миса, где там раб назад едет, они говорят. Не знаю, может тут будет миса, слышишь? Речка контроля. Пойду-ка я чуть дальше. Боже, блядь, ты бы видел, сколько он меня стрелял. Это такой даун там сидит безголовый. Да, венский. А я не ебу, где он.
обережно, мраб може бути десь в спині. Ми його не знайшли, він не у нас. Да. А, он maybe, да, сука, по этому... надо мне где-то ралик надо откидывать. Желательно вот к этому флангу, поняли? Вот сюда вот. Дякую. Пошли. Тебе патроны есть? Можно просто глубже в кусты его закинуть и все. У меня ралик есть пополненный. Все, тогда туда бежу. Интересно, где эта хуятина заехала, блядь. Ага. Ого. Хуя себе. Трофим, забей хуй, иди ко мне. Блять, уже не получится. Бэкай, Трофим. Стараюсь. Я кого-то убил? Заплакал, да. Кто-то заплакал. Я видел взрыв гранаты, там близко никого нету. Убил гранатой. Нет, кто-то... Трофим, мне надо бэк, как сможешь. Угу. Слышь, Месат, походу у меня тут мраб. Ой, тигр. Бля. Где-то его... Он, по-моему, просто стоит, как понял, стационарно. Не ждать. Всё, Трофим, со мной потихоньку. Давай по хабу. Понял, надеюсь. Где-то у тебя, говоришь? Я как будто бы слышал, что он завелся и заглушился. Я точно не знаю, Месат. Похуй, я тут поставлю, если что, переставим, правильно или нет? Ну да. Трофим, идем вверх. Блять, это... Где? Напротив это... А, он сгоревший стоит, все, понял. Это то, что Месата въебал. Мы прям к ним идем туда или можем втянуть в центр? Ебаное клеймо тандема, блять. Да, я ж казав, что мы его не бачили. А он в центре? Трофим, я, наверное, забираю ралик, иди занимай этот компаунд. Я забираю ралик, сейчас сюда поставлю. Угу. Левый дом, правый дом. Нас какой хапа, хочешь, мал. Просто контроль. Блять, а куда он? Месат, можешь потом брать эту? Да, мушку. Да, да. Ой, ну понял. Мы заходим. У них где-то на Central DC стоит хаба, где-то на церкви, поняли? У нас пизда хаба сейчас будет. Не будет, у четвертого там разрез. Что будет пизда? Там первых выебали. Я ж за это и говорю. Пошли. 14 секунд. Не, у нас пока все нормально. Мы... Не, хотя, ладно, не очень. Не очень. Ралик есть. Дима, если что, там, если не... А, да, все, можешь лучше. Ралик. Пизда нахуй. Мы ралик откидываем, что я тебе могу Ой, сделать? Ой, блядь, куда? Блять, козел попал. Откуда? А, да где-то, блядь, с правой стороны. 150 оттуда. Я каску кинул, смотри.
на мечеть надо за. Нам. Ну я не знаю, пацан. Стрельба тут. Им сейчас разуть глаза и смотреть нахуй, где они. И что у них? Я могу здесь стать на пригорке с этого, с бинокля просто полезть. Нет, не надо, тебе надо со мной идти. Вот, например, я вижу их хаб. Где? Фаертиму. На. На глазке, на лазе хаб, посмотри. У нас закрыли хаб. Мы нашли хаб. Дима, мы ждем тебя. Бегу. Трофим, осторожно, копить стамину. Сад мне пробежался. Да, мы сейчас больше по этой присылке сами. Я знаю. Написи, дать идти просто. Пес, нашли хаб, нам треба плюсы, напевно, чтоб его... Я думаю, если мы втроем зайдем, просто его забочим и им держать просто эту хуйню. Він за тим, за... Просто надо нам время выиграть, чтобы типы могли продвигаться хотя бы у нас. Обережно, треба будет это за камуфляжем. Отсюда гпшит где-то чел. С хаба. Подожди, Трофим, еще ждать, еще ждать. Спасибо. Вижу. Блять, меня заметил. Убил. Я дам грена. Хорош. Все, подбегать. Он в хабе или где он? В хабе, хабе, по идее. Я сверху я захожу. Да, да, да. Угу. Я в хабе? Я дал грену. Я постараюсь гпшника закрыть. Он живой. Да я внутри. Как? Радио слева от меня. Зараз слева пристройка. Минус, поймайте своих. Вот здесь радио. Иди, Майя. Никто не хилопается. Убил. Медиков нашел. Убил. Медиков. Поднимайте, разрезайте. Всех хлопаш поднимаем. Надо пойти попробуем. На всех хвата. Да, осторожно, их слева много. Все, мы если еще дохиляем, вы на центраде. В блоке, у них хаб в блоке. У нас на радио, на радио. Где Трофим? Ну, рация за мной, рация за мной, рация в левом компаунде от хаба. Ну и куда ты убежал? Я бегу на рацию. Бегай. Тут Трофим. Да, сам, левый компаунд, который, на который я сейчас бегу. Снимите крышку просто. Двери снимают. Там, там фоба, я фоба, я купаю фобу, я купаю фобу. Фоба, фоба у нас, фоба хлопцы. У нас, хлопцы. Блочьте, блочьте, скопайте крышку. Мы купаем фобу. Мы купаем фобу. Граната. Хуёвая, блять, уходи! Пизду. Не, Месата, это все. Я калитку смотрю. Я тут кемпаунд смотрю. Нас убили, типа. Раз, сейчас ко мне не зашли. Блин, она так долго копается, блять, это просто пизда ебаная. Может, вы купаете ей? Инфа. Верхнюю, а, каски поставил, они там дохуя сидят. Все, горит, горит, горит. А у нас фоба горит, у меня, пацаны. Убил его. Идем, идем, идем. Смотрю выход, вход точнее. Добрее, да. Я вас не знаю, что полностью его не вижу. Скажи пятому, что они выкапывали и спустя центр стакали, пошел на СДУ, у них здесь хаба нет, нам нужно атаковать. А вас не богато на центр LDC? Нам нужно атаковать, у них хаба нету. В центре. Нас тут охуенно. Я пиднимлю, я пиднимлю.
Ми підемо, сходимо на гору. Ми сходимо на гору спалити реліки. Да, я чекаю виход, поднимай его здесь. Дим, пойдешь вот сюда? Вот так вот пройдешься, спалишь ралики. Подожди, когда догорит, когда догорит. Зачем девапать из боже, вы же не девапать? Бежу, бежу, бежу. Догорело? Не. А? Не. Ша не, блядь, да или нет, сучка, блядь? Не. Ну как не? Потом медика нам надо будет поднять еще. Трофим, он там в соседнем кемпе. У нас появился друг. Что это опять синяки? Все поняли. Минус? Да. Фоба минус у них, догорело. Сюда полетели. Медика не вижу, на медике не вижу пеха. Да со стакон. Дим. Да, да, тебе надо. Наверх, по горе. Уже. А, это не ты, блять. А кто у нас. А, это Мисата еще стрелка взял, сори, перепутал. Да, мы пошли жом. Палить. Сверху. Но мне разменялся, мне разменял. Разменялся? Трофим, поднимай. Разменялись. Пожалуйста. Сопля їде по горі, над нами сопля їде. Справа. На южні поїхав. Місат. Да, да, я слышу. Ну, блядь. Хилить не буду. За хороший дядя, он один был? Да, гевапнулся. Апер DC, крайне до мана. Только один гевапнулся. Вот, даже не дальше, а дальше. Сопля тут, да, наверное, где-то? Вот здесь, я метку кинул. Чуть правее, она как будто... Да, куда там. Ебать, я там перехуярил сопли, блядь. Тихо, тихо. А, сопли перехуярил? Красава. Умница. Гевапнулся. Еще пройти, Дим, пройти выше, Дим, вот сюда. Да, подожди, я тебя подхилю, у тебя хп нету. Не к вам? Не к вам эти или к Мисате? А? К Мисате или... В сторону нас у Мисата есть, спаси. Вот сопля вот здесь стоит, и тут типов дохуя. Прямо на мне. Да я умер, блядь. А, там еще есть. Ебать, я обожаю бинокль. Они еще нихуя не поставились, нихуя не поставились, они вот здесь побраво. Надо въебать ту соплайку, чтоб они не ставились. Блядь, у меня и блядский нож достался, нахуя-то, блядь. На кой хуй он мне вообще нужен? Есть, в этом компаунде есть один. По маковому полю сейчас. Йося на моем трупе, Йося. А, пес, скорее всего, на метке моей соплайки поставились. Там бегают пехи. По полю бегает? Да, он лег. Сейчас метку дам. О, блядь. А чё у нас с хабом? Кинешь метку на какое поле? Ты передо мной, да, которая? Ага, понял. Мне кажется, нужно сворачиваться, просто наверх бежать. Гивапнулся в поле. Да, это хорош. Мисат, помоги, наверное, а, блядь. Да. Соплю не видишь? У вас там еще одна сопля была? Ехала, да, тут. А, так это maybe... А, нет. А мы хуй знает, где она сейчас. Ну, я одну соплю стоп, принял. Стоп, тихо! Не.
Банально просто вверх пронюхаем. Надо попалить ралики сверху по твоим меткам движения. Ой. Блять, она не могла на шестого заехать, там сопля, она могла проехать. Не, она бы близко проехала, скорее всего, нет. А там еще паунд есть. О, сзади нас. Да не-не. Есть сумка, да. Дим? Да, конечно. Давай, давай. А, по шестому прошли. Мисата, ну чекни там. Да я дохлый, дядька, я... А ты ж стал? Где? Где именно? Чекни. Ну вот тут чекни, вот тут. А, хорошо. Там этот сказал. Что это, блядь? Это такая пристройка нахуй там или что? Да, вот сопля стоит. А ну дайте фаертиму. А, дайте фаертиму. А, скажи, что по-моему здесь хаб. Я сейчас туда смотрю, там какая-то непонятная пристройка в центре. Поставив митку соплайки, там скорее за все, что там хаб. А, так это не соплайка, а пехотка. А, не, пехотка, то пехотка. Да, то там, пехотка. Там вокруг бегают цепочки. Где вокруг. Трофим? А, моя метка глаза. Там просто вокруг домика, точнее, выходит. А, митка другого, багато пехоты бегает. Там шо в них? Да а, там хаб, скорее будто хаб, потому что, да, потому что соплю подвезли именно туда, я же говорю. Все, мы идем туда играть. А, метка глаза пехота. Сейчас скину каску. Она у нас фоба. А, там понятно. Не, фобу наши выкопали. Фобу нам сгорело, что вы выкопали? Ой, блядь, долбоебы. Выкопали, да? Угу. Сгорело нам. Передо мной только что русский пробежал. Дежавю. Парни, я пронюхать. Блять, опять точка падает. Ебать его в рот, нахуй. Вижу какого-то... Ой-ой-ой, я Марксмана вижу. Марксмана? Да. Сними его, наверное, нахуй. Как же заебали, блять, как же они может, заебали. Целик. Ничего не... Понял. Ну, да, перед надо... хаб. А, хаб. У меня хаб. Где Трофиму, тут? Да, где я кидал. А, Дим, видишь там, где ралик зарел? Да, фобу дачницу. Да. А, господи, давай тут ралик сгорев... откину, стой, давай тут ралик откину. Вот, там где сгоревшая сопля, они там... Там, скорее всего, ралик опять. А ну подойди ко мне. Пишем на метку чар? Нет. А третий, давай ты заходите выкопывать инфобу. Тогда тебе язык, я сейчас буду тут нюхать. Давай. Радио на мне. Да? Да, застроено. Очень криво. Радио. Очень криво застроено. Я в радио сижу, я в радио сижу. У меня пех в радио сидит. Він не купает, поки чекає. Третий, давай підходити. Если что, через право можно спокойно зайти. Централ DC 1, да. Нам не треба плюсы больше. Пулеметчик тут стоит где-то. На горе. Буба, каска перед тобой, пулеметчика плюс-минус. А скажи, чтобы его не шумели, скажи, чтобы Донбасс не шумел. А, нету инфы. Слева у меня хаб, слева хаб у меня. Я на радио. Я жду еще плюсы и копать начинаю. Где хаб? Хаб в проходе в центре этой локи. Заблочите хаб, сейчас мне прибегут. Ага, все, найс. Все. Ебать, к вам побежало, типа. А, это наши, все. Перед нами, станьте перед нами, перед компаундом. До нас багато піхоти біжить, копаємо фобу. А, шапку сняв фоби. Розріза нема, у них хаба в блоці.
Едем раб. Наш, 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 наш. А, то наш. Все, 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 сори, сори. Вы... Какой стороны? Выбей соплю, выбей соплю. Дример, выбей соплю, вот стоит. Горит. Там еще сверху на дороге, где забывал. Там не наш ралик сопля. Липих. Дример, дай по полной, дример, 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 дример. Дим, подвижешь ко мне, пойдем в память от хилю. Все, дякую. Надо помазать, Трофим. Да, да, беги ко мне. Я справа, 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 справа. Отойди, отойди, давайте не стоять всем вместе. Пес, шо, шо мы робимо? Ну и акробат, слышишь? Там труп шевелился. Да, горить. Скажи песто, чтобы они собирали кулак и захватывали точки. Мы сейчас можем и до апера донести их. Спокойно. Пес, зара може проносити до апера. Треба захопити точку. Скажите, чтобы кулак собрали. Мы можем зверху зайти. Дим, пополнился или ты не пополнил? А, у меня есть. Да. А, мне надо где-то переставить ралик. Идемте в церковь. А, не догорело, да, Фоба, или догорело? А нет. Тип забегает. Бать. На мне еще заходит сбоку. Тефи, вон там под забором стоит. Рана-то нет, чтобы прокинуть. А ну слушай. Сад, видишь? Сейчас подожди. Дал ему. Подожди, может взорвется. Да, он умер. Взорвался. Все, хорошо. Я стою. Трофим поднимать. Фоба догорела. Чек не догорела? Да, царева. Пойдет я. Ну Трофим, ну я вот. А, или ты меня не видишь? Шо? А ну. Я вот, Трофим, вообще. Подожди, а... там! Я пойду на... А, я просто смотрел, блядь, назад, я видел, что ты с другой стороны смотрел. Да, а, я не бежал. Не-не-не-не, меня забагало. А, понял. Просто ты, чтобы я поймал, ты у меня там под фобой стоял, когда я на тебя смотрел. Последний раз. Трофим... Скажи, надо триггер опять стягиваться, эти пидорасы уже заебали. Ой, блядь, ну долбоёбы, ну блядь, ну что это такое? Дасу подниму. Давай, пошли. А, понял. Давай, жду, пока вы подниметесь. Сейчас обнюхаю все. Вот оно, не, вот не, он, Трофим. Видно. Давай, тут посмотрю, чтобы вдруг никто не разрезался. Давай, 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 давай. Тип зашел, блин. Нам сейчас нужно просто кулак собрать и, блядь, нахлынуться на них. Нам надо сверху просто быстрее заходить, парни. Да. Давай, да, вставай, встаем и идем по пути. Хилим. Мне надо хилить. Я убил, 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 убил. И все. Трофим, зайди, зайди. Я теку. Вытек. Ебать. Ебать тебя откинуло нахуй вообще другой конец, блядь. Мы окружим. Ну, мы уже зайдем у нас нормально. Да, да. Нет, Трофим, мы откидываем сзади, наверное, ралик. Я не знаю, где ралик откинуть. А здесь очень опасно. Пошли. Здесь его спалят сразу. Разве что можно где-то вот хате, которая перед нами откинуть? Я думаю, ее захейтить не точно. Я же говорил. Гранату кидаю. Переди мной, мрап. Если так не будет, то есть ездит, не знаю. Пикни, 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 пикни. Да нет, давайте пикни вверх. Все, давай за контейнером. Ладно. Все, ты зачем забирал? Можешь подняться? Не заходи, не заходи, не надо, не надо, не надо. Ой, войско, я понял. Как у нас типы так ложатся, блядь? Я случайно, парни. Я поднимаю, поднимаю сейчас. Ебать, парни тут группками заходите, блядь. Блядь, трои сразу на том месте. Сколько, сколько у вас? Давай мы пойдем. Извиняюсь, я поднимусь. Да, стягивайте сразу на апер. Не кушкуйте
Желательно нам тоже метку. Вниз идти. Это была эпик граната. Да куда? Ха. Можем мы на апер перейдем или нет? Мы апер сейчас должны проносить, у них нету хаба нормального депа. Ой, блять, он говорит нам вниз идти, все. Да хуй на него, ну это хуйня колы. А что там делать? Что он хочет? Они прощают тебя. Где такое ты встраиваешь? Блять, они сейчас мои белые опять соплю привезут на правой поставятся. А я слышу, вот. Там хотя ты меня не убил, но я тебя... Сопля у меня, да, надо мною. Ну все, понял, понял. Плюс-минус митка моя. Спасибо. Нам так, нет. У меня пехота. А, уже убили. Это сталый игрок. Тут же пехота. У нас точка падаем. Скики людей. Что ты не агро? Та я не знаю. Скики людей был. Та я ты никого не вбив. Я нашел пилот спал на хаврах на море. Убил одного, появилось двое. Убил двух, появилось трое. Ты готовый имеешь? По идее, у нас все шевроны должны быть, мы быстрее захватим. Да у нас тогда все шевроны есть. Да, да, они не успевают, у нас все шевроны и типы, блядь, такой. Лица мне лыгают. Я хорошо напер степлюсь. Трофим, надо передо мной прочекать там ралики. Ну, нас сейчас спалит ралик, ну, блядь. Нас ралик спалили, спалили ралик. Да. У нас разреза нет, парни. Если что, наш ралик перед нами спалили. Спалили. Они здесь, они здесь. Тайми, надо хабу отдефать. Да, нам нет. Зашли там, где хаб был. Кто там? Сейчас. Не хозяйство тут трали, або ще ж... Фобу подкапаю, фобу подкапаю. А, вон у них хаб поднимается, я вижу. Вот хаб у них стоит. Третий нам не бежит. Метка второго хаба, они только что его поставили. Плюс. Ну обиден, это LDC2. А у меня уже в хате, блять, уебан. Бесшумно пиздует, блять. Внутри хаты? Да, да, да. Пест, они пойдут, они лежат на круг. Под хабу також пехота з угрів мій ралік тільки що. Занимайся вот этим. Ой, бля, назад на схит. Фурмбам пятого. Ебать их тут. Ух ты, бест. Четвертый, третий, каски. Занимайся хабой мной. Я его и ее сейчас отдавил на хаб. Ой, откапывай, откапывайте обратно. Поднимаю. Мы задефали фаба. Пиздец. Ой, можливо, зі сходу зараз буде підходити. Ти ж з нашої сторони щось підуть ноги, ми можемо. Ми як тебе займайся, може бути тиралі. Люси в десь. Да, ебать того круг нас пиздос. Ну лежим, ага. Все. Пятый, у них уходи в фубер, пятый. Кто-то лежал, кроме не знаю, дефались. Или лазербайерами закрою. Дуже активно. У мене мінус ралік, пацан. Шестой, там где ти кидал, ралік спалили. Спалило там все. Сука, со спины, пидор, слева, слева за дома. Блять, ебать. Еще вышел. Козел, блять, ну вот козел нахуй. Так, на а, пехота по бычку до хаба, турмбам пятого, пальцы пятого пехота уже. Куда его? Ахуй его. У кого есть ралик нормальный? На горе продают. Ни у кого ралика, блять, нет у нас. Да у четвертого только ралик один. Все остальные перегорели, блять. А что мы четвертого? О, да пошли к Смурфику. Hello, pussy. Ну вот мы опять проебали.
Трофей... А, это Энка на хаб зашёл. Соплю, соплю чопис. Їде по горі на ПРДС. Убил двоих. У себе. Меня ваншотом просто дали, бля, это просто пиздец. Вы фобу выкопали, да, или вам? Да, да, да. Они выкопали. У нас снова точка падает. Пес, нам надо фулл дев жесткий становиться. А у Энки хаба там опять? Да, у Энки хаба, я ж помечал. Так у меня ни раллика, ни фобы, ничего у меня нет. Слева где-то, блядь, маны выблядки. Ну, блядь, с этой мушки это невозможно стрелять. Чел просто лежит, блядь. Надо... Вот просто лежит, блядь, я его не мог убить. Йося, ну дай буст наверх. Я на собе никого не чую. А, ты зашел? Поднимайте меня. Медика поднимите, хлопцы. Меня поднимите. Окна, блядь. Сколько у тебя бинтов, Мисат? А, у тебя сумка, ну все, поднимай. Да у меня нихуя нету. Мне нужна мейн срочно, ребят. Ебать. У нас ни хаб, ни фоп, ничего нет. Мы сейчас проиграем эту игру. Класс, да, мы это уже проебали. Краси медика подниму. Последняя, да. Захватили. Тренер, поехали. И я кричу, остановите-ка. Пес, там пехота ещё близко, крот. Ух, ебать их там. Нас сейчас ты ещё призвали. Пошёл сейчас ты, да, он, блядь, без головы. Сука, блять. Убил Мисата. Еще подлиннее все. Есть. Идите фобу, может, выкопайте, пацаны. А, у меня мраб ездит по дороге. Мраб контролит дорогу на Central DC. Ралик у них на горе стоит. Блять, я бы не кукинул. У нас соплайку выбили, нет, это все. Это все. Ой, блять, поиграли против ДТК. Да. Ну нет, хуятина, он ну... там, блядь, под деревом, точнее за стенкой угол. Там просто... Парни, пожалуйста, разбей. У них ралик заходим. Справа на горе стоит, у тебя справа. Хочу тебя поднять. Давай. Эх, блядь. Не, отыграем до конца, мы еще можем выиграть. Ну, еще сколько? 20 тикетов? А что сидит? Даже меньше, 15. Блядь, тише, мроп. Он на меня смотрит. Он проехал. Все, 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 все. 5 тикетов осталось и все. Не выиграем мы тут нихуя абсолютно.
Еще едет сопля. Еще хуета катится, блять. Сопля, сопля, ебаш. Тут есть медики, которые валяются, у меня один бинт. Ебать, алкаши охуели. Давай, в две лой, ебать. Блять, бинтов ноль. Я блиден. Я уже без бинтов. Поднимите этого медика нашего, где-то здесь валяются. Да не, мы его не раскочегарим так. Блять, они тут уже все позанимали. Дима, перед тобой за стенкой справа сразу. Видишь, дуло торчит. Есть хаешка. Взял. Близко под нами. Убил. Похуй, я сижу, мне похуй. Трофим, у тебя же три бинта, подними Сашу, он лежит. Саша на чаре лежит? Да. Да. На монете бит. Ничего страшного. Окей. Сейчас вот, мне 70 секунд. А, я уже по тобой. Тут 6 тигр стреляет, походу. Трофим, подо мной типы есть уже. Потащите там Сашу в поле. Саша в кустах валяет. Саша в кустах валяет, нормально. Ну, так тигр на нас стоит. Фух, блять. Разподнимайтесь, у меня последний бинт. Арка, закрыла фобу чи не? Они фобу не закрыли. На мне еще. Я не могу, пустые. Нам не можно гива, нам не можно гивапатись. Хач ебаный, сука. Откуда? Все, поебали. По мне откуда пролетело? Подожди. У меня, по-моему, Дим тот, который...
Кто это, блядь? Ну все, мы проиграли, блядь. Ну ёб твою мать. Ой, блядь. На мне ралик, слышишь? У меня ралик стоит. Сморфик, блядь, сморфик, слышишь? Арк, надо казать посту, чтобы давали максимально... Дима, ты слышишь? Шо? На мне ралик стоит. Вот справа от меня, ралик? Да. Где ты вообще? Справа, блядь, на правой стороне города. Вот чуть правее меня. Угол, блядь, прямо этого дома блядского. А, Мисата? Да. Вот тут? Да. Вот там только что ралик поставили. Смотри, кликуй давай. Плюс. Скажи третьему. Блядь. А, тут Донбасс идем, блядь. По моей метке стоит ралик. Донбасс, слышишь? Спустись ниже, на альфу четвертого. А, ты ж не видишь, блядь. Ралик снизу тебя. Они только что его пихнули. Где именно? Я не вижу. Под тобой. Кинь какие-то каски и ралик. Блядь, вот там стоит. Это я кинул этот ралик. Это я кинул. Ну слева от вашего ралика. Там здание есть. Эх, низуха. Я сказал, что я хз. Эх ты, сука. Ну, походу... Проебали. Имеются некие проблемы. Блять, счет страшный, нахуй. В конце последнее, блять, что-то плохо, нахуй, станет, я чувствую. Мне своего счета хватило, блять, хотя я там три мрапа въебал. Я себя поднимешь меня, я присяжу перед тобой. Сзади. Кто тебе пинить, Власка? У мене є бінти трошки. У мене трошки бінти є, можу попінювати декілька. Да. Ти з моєї на родину вернувся, да? Да. Название видел? Видел. Также мне нужна будет сумочка. Чё ты хочешь? У меня трошки бинти є, можешь мене підняти. Да если бы я мог найти выход с этой параши, я бы тебя поднял уже. Блин, не сам соболезный, нахуй. Ой, это нож, блядь, говорю. Ще один пех на 90, якщо мене хочу, я хлопця. Ну я не знаю, что тут. Нам надо просто их сейчас. А, там мы уже все. А почекай, а Буба так и не выбил эту рацию с хабом? Нет. Я вау. За они там шестым пушат и пушат. Там ничего не запушено. Вместо того, чтобы Буба сюда гнать, он остановился и еще 30 секунд сто ебаный ралик ставил, блять. Пацаны, последний. На 120, там они стреляют клумент. Нет, ты шестой ставил. Ну шестой, ну я не знаю, ну короче, долбой, нахуй не той ралик ставил. Да, фиг ты знает. Мене хтось убив, я тільки мене підняли, хто не дав воду. Це свій обнул. Можеш своєму виглядати, що я звичайно не мізклікнув? Плюс, да, это, да. Що ж я говорю? Тебе медик підняли і убив. Хай де нахуй. Ребята, стрелки є сумка? Стрелки є сумка. Ой, блядь, почти пробіжав, сини шлюх дырявих, блядь. Победа була близька, нахуй. И батя там бежал как в матрице, нахуй. Сыны шлюх. Я так понял, смочек то я тоже там, бля, в голову дал, когда подняли, блядь. Нет, меня просто не подняли. А, так да, он тут уже, блядь. Крамчак, он тут по дороге, блядь, стоит уже. Да, он упал просто в куст. Я думаю, я ебал, мне играть без логистики, нахуй. Дурачок, блядь. Ладно. Меня просто убил тип, который просто убил. Я думаю, ты тоже, блядь, с одного выстрела убил? Там, по мне, блядь, обоймы 3, наверное, зажали, нахуй. Последняя в голову залетела. Бля, просто ты понимал? Когда ты умер, нахуй, меня в этот же момент тоже убили, нахуй. Да, я видел. Ты просто пиздец, блядь, дырявый.
Плюс. Фулл на DC первый надо заходить. Ах, ебать его рот. Собственно, я гевап, это зараз поднимем. Саш, ты пополнен? Че это? А че он на гевап? А я не разумею. Да, у них тикетов тоже мало. Я хотел достать этот, но мы один хуй проебали. Эн, прости, пожалуйста. Ну не факт. Я подумаю. Если еще пронести немножко по этот. Надо фул на 10 первый заходить. А нам тикетов дадут? Да, 20 тикетов. 60. 20 за забел дадут. Капец, ни у каких стрелков не осталось. А, 20 это подают. За забел 20. За заход. Мне надо будет пробовать на Central DC заходить, походу. Гранаты закидывают в Central DC 2. Пофиг на тот 2. Блять, а наших тут дохуя вот. Дымое солнышко. Есть еще шансы. Зараз мы сата. Прям шахтовый потребитель. Сейчас не будем опции. Да, давай. Я вапнулся специально еще. Скажите пехом, чтоб на DC 2 зашли. Давай, залышки сделать на подожди, да я сам прочекаю сначала. Да, нормально. Да, ты тебе еще? Ты все? Да, все. А мне чисто бинты надо было. Я знаю. Я не взял. Ебать, тут поди. На, по своим уже поели. Да, заходите. На тикшу был. Я не различаю. Но, ребят, немного не хватило. Надо было раньше. Я думаю, кто на негива появится, тварь. Нормально. Сколько у тебя? 8, 4, 11. У меня 11, 6, 15. Дам. Мир пизды, блять. Я перебыв типа вливал здесь. На ГГ. Спасибо всем за игру. Спасибо, Алдаша, пришли к перке. Спасибо за игру. А ТВ-шек нахуй послали. Ай, блять. Да за шо нахуй? Так, а что там за сервак открыли? Unity Verzo. Да это пачка туда заходит. Я сейчас опять назову по пизде пиду уже. Все нахуй, проебали, блядь, 20 тикетов не хватило, блядь. Первая катка это вообще мерзость ебаная. Просто мерзость. Ну, блядь. У типов там, блядь, посмотреть их на стрелы, это я в ахуе просто, блядь. На КВ такое иметь, блядь. Ну, я просто в ахуе, нет слов. Фу, блядь, в пизду, короче.